Всем привет! Мы сейчас находимся на Мадридском дорожном вокзале. И здесь вот такие черепашки плавают. Какие красные глаза. Мам, когда дождь? Это нам с дорожного вокзала вот такой прудик с черепашками. Сейчас. Он очень большой. Здесь очень много магазинов, кафешек. Мы только вошли, поэтому мы еще его не обследовали. Мы сейчас едем в старый город. Топал, да, по-моему, называется. О. Вот такие тут черепашки. О, какой тут здесь большой. Это кафешка. Выдыхается как. А это в центре зала такой ботанический садик. Вот. Это можно купить бутылочку, попить. Вон цветочки. Это книжки. Можно почитать дороги. Кстати, нам сейчас это расписание. Нам помог один испанец, очень спешил на свой поезд, но нам помог купить билеты, потому что здесь не было в автомате английского языка. Но он нам помог без проблем купить билет. Так что вежливость испанцев very good. Вот, все, пошла к своим. Мы сейчас будем исследовать вокзал, что-нибудь увижу, я засниму.